Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые товарищи! Я Сенчихина Алена Владимировна, служу в Доме офицеров Каспийской флотилии, лектором военно-исторического отделения. Предлагаю вашему вниманию видеосюжет «Мастер пейзажной лирики», посвященный 200-летию со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Словно что-то родное касается души, когда звучит поэзия Фета. Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября 1820 года в усадьбе Новоселки Мцесского уезда Орловской губернии. Орловский край, его дубы и березы, луга и поля воспевал поэт в своих произведениях. Всем этим восхищаемся мы и сегодня, спустя века. Шелестят листвою деревья в его родовом имении, охраняя вечный покой поэта. Село Клеймёново, имение Шеншиных, семейный склеп. Здесь завершился земной путь Афанасия Фета. Путь, наполненный радостями и тревогами, надеждами и разочарованиями, любовью к родному краю и стремлением утвердиться в принадлежности к дворянскому сословию. Немало переживаний принесло взрослеющему Афанасию его несколько затуманенное происхождение. До 14 лет он жил вполне счастливо и спокойно, без тени сомнений в том, что он Шеншин, потомок славного дворянского рода. Отец его, Афанасий Неофетович Шеншин, уважаемый в своих кругах человек, обладающий богатым состоянием. Афанасий Фет родился на Мценской земле, а 30 ноября был крещен по православному обычаю. Казалось бы, все ясно и сомнению не подлежит. Но недобрым людям вокруг захотелось копнуть поглубже, разобраться в деталях, сверить даты. И выходило, что родился Афанасий до момента православного венчания его матери с русским дворянином Шеншиным. А значит, Афанасий не может считаться его законным сыном. Церковью был признан недействительным и обряд крещения ребенка. За восстановление своего дворянского титула он будет бороться долгие годы. Этот факт биографии оставит коварный отпечаток в судьбе. До принятия христианства и венчания мать Шарлотты Елизавета носила фамилию предыдущего мужа – Иоганн Петр Карл Вильгельм Фет. Фамилию Фет теперь вынужден был считать своей и подрастающей Афанасий. Со временем неудобная в произношении и написании буква «Ё» потеряла свои точечки. И талантливый поэт-лирик стал известен всему миру как Афанасий Фет. Ему пришлось пройти долгий и сложный путь, прежде чем закон позволит снова стать потомственным дворянином. Была еще одна значимая история в его жизни, которая дарила вдохновение, но причиняла боль. Это история любви. В непростой период судьба послала Фету настоящую любовь, окрыляющую и, что очень важно, взаимную. Казалось бы, вот оно счастье. Этот был дар небес, от которого Афанасий имел неосторожность отказаться. Тем самым обрек себя на жизнь непроходящей боли в душе. Любовь была яркой, а финал трагичным. С Марией Лазич, дочерью отставного обедневшего генерала, Фет познакомился в Херсоне. В то время он сам был офицером русской армии. Девушка имела хорошее образование, прекрасно музицировала. Они словно созданы были друг для друга. Но Афанасий счел невозможным, будучи сам ограниченных средств, жениться на девушке без приданого. От 2 лет длился роман, но предложение руки и сердца со стороны жениха не последовало. Любовь была загублена, не стала счастьем для двоих, но только Лазич оставался до конца дней музой поэта. Сообщив невесте, что у него нет средств ни на свадьбу, ни на содержание семьи, Афанасий сам прервал отношения. Девушка тяжело переживала разрыв с любимым, умоляла не прекращать хотя бы переписку, иначе жизнь ее превратится в пустыню, где она погибнет. Слова Марии оказались пророческими. Вскоре она погибла от неосторожного обращения с огнем.
Известие о трагической кончине Марии стало ударом для Фета. Он тяжело переживал случившееся. Позднее, на закате жизни, напишет стихотворение с такими строками. «Душой младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дана. И только жизнь без тебя суждено мне влачить. Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить». В своих стихах в течение всей жизни поэт часто возвращается в прошлое, вспоминая Марию Лазич. В 1857 году Фет женился на состоятельной женщине, купеческой дочери Марии Петровне Боткиной. В семейной жизни эта чета понимала друг друга и уважала, но страстной любви современники не наблюдали. В браке с Марией Боткиной Фет прожил 35 лет, детей не было. Мария пережила супруга на неполных 2 года. Захоронены Афанасий Фет и Мария Фет рядом, в усыпальнице храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Клеменово Орловской области. Несмотря на то, что в судьбе поэта было много непростых периодов, светла его поэзия, стихи находят путь к сердцам людей. Его лирику знают и любят спустя века. Творчество Афанасия Фета оставило глубокий след в литературном наследии России. Его поэзия восхищает легкостью слога и напевностью строк, мастерством воспевания красоты. «Целый мир от красоты, от велика и до мала, и напрасно ищешь ты отыскать ее начало».